Героини сегодняшней программы – две женщины, две актрисы, две красавицы. Кто они? Вы сейчас узнаете. Красота спасет мир. Мы все в нее влюблялись. Почему звезда Гардемаринов не любит классический стиль? Лепнина нам не нравится. Мраморочки. Должна ли красивая женщина быть сильной? Я не помню, чтобы она ныла, проклинала судьбу. «Лед и пламень» в гостиной Татьяны Лютаевой и Агния Дитковските. Чудеса случаются. Спасибо вам огромное за то, что вы посетили и нас. Смотрите прямо сейчас. Здравствуйте, доброе Наташа. Утро, доброе утро, Таня, доброе утро, Агния. Что у вас случилось? Наташа, нам нужна ваша помощь. Так. Вы как раз вовремя. Кажется, ее красоты хватит на несколько поколений. Одесситка Татьяна Лютаева прославилась уже в первой роли Анастасии Ягужинской в фильме «Гардемарины вперед». Потом она вышла замуж за актера-музыканта Олегоса Дитковскиса и уехала с ним в Вильнюс. Здесь играла в Русском драматическом театре. Дочь Агния и сын Доминик от второго брака родились в Литве. В Москву Татьяна Лютаева вернулась в 2004-м без мужа с двумя детьми. Первое время было трудно. Однако сейчас у нее новый дом, а также роли в театре и кино. Ее семья – это Агния, Доминик и внук Федор, сын Агнии, актера Алексея Чадова. Так уж получилось, что заправляют в этом большом доме две женщины. Красивые, сильные и независимые. Проходите, Наташа, вот наша гостиная. Послушайте, это прекрасное пространство. Очень хороший объем, она квадратная, огромное окно, два окна. А что вас здесь не устраивает? Ну, во-первых, это не наш стиль. Все, что касается рисунков, розочек, в общем, классика. В целом, это не наш стиль. Я как коренная одесситка. Да вот именно. Вы знаете, я с детства не любила излишества. Все должно быть с мерой. И есть надо в меру, и окружать себя дизайном правильным надо, так, чтобы радовался глаз. Таня Лютаева – это очень красивая женщина, и красивая мать красивой дочери. Это прежде всего, это очень важно. Поэтому у красивых людей все должно быть очень красиво. С тех пор, как я вас увидел, вы звезда, русская звезда на этом мрачном небосклоне, и моя любовь к вам. Вы богаты, у вас много душ? Я богат, но душа у меня одна, и она принадлежит вам. Скажу откровенно, в моей жизни это первый наш дом. Вот ваш семейный? Да. Мы до этого арендовали квартиры, дома. У нас три собаки, кстати. Арендованные тоже. Арендованные на всю жизнь, да. То есть вам действительно нужен настоящий свой первый семейный дом. И он, конечно, должен быть правильным. Придется демонтировать портал каминный, но сам камин, разумеется, оставить. Нет, сам камин, Его просто нужно делать в другом стиле. Хороший, качественный. Мы бы хотели очень вас попросить сделать, поставить нам стол. Потому что для нас это очень важно, чтобы сидеть всей семьей за столом. Здесь камин, все-таки это гостиная, да? Она, конечно, молодая девочка. Я знаю, что в нее влюбляются все партнеры. И действительно, в знакомстве с ней ты находишь только положительные и обаятельные ее черты. Можно бы и повеселее. Уж как могу. Значит, надо мобилизовать все свои возможности. Мы ведь фотографируемся. Вот наша кухня. Чудесное пространство. Почти квадратное, очень славное. Можно сделать кухню вдоль этой стены, можно развернуть ее углом. Но... Мы мечтаем островок. Остров здесь, остров, вот, чтобы да. Для быстрого завтрака. Да. Нам нужно нарисовать красивую кухню, которая будет сочетаться сразу со всем пространством. Ну и остров, я думаю, мы вам сделаем. Может быть, вы сделаете нам еще кое-что для нашего внука. Когда впервые сюда попали, мы сразу поняли, что лестница будет достаточно опасна для Федора. А, даже не лестница, а перила. Перила. Лестница... А Федору сколько? Будет 2 в июле. Таня, не обижайся. Одного скажу всю правду. Начну с того, что мы в кадре встретились в прошлом веке. Ну, прости, время идет. Это была картина «Письма в прошлую жизнь». По-разному складываются отношения. Можно видеть человека раз в 10 лет, но оставить о нем приятное мнение. Да, может встречаться каждый день и не желать этих встреч. Вот Татьяна из тех людей, с которыми хочется встречаться и общаться. Так, вот это лестница. Да. У меня очень активный сыночек. Если он засунет нечаянно, ну, как-то неспокойно будет.
поэтому некомфортно. Ну, вы знаете, вот это как раз не совсем проблема. У нас есть хороший опыт. Мы делали лестницы. Вот мы делали для Ани Снаткиной. Да, мы видели, лестницу, которая абсолютно безопасна с учетом крошечного ребенка. Это такая особая конструкция, ее надо будет придумывать, просчитывать. Но мы можем это сделать. Мы мечтали об этом. Это бывают чудеса, бывает, что они происходят с людьми. Потому что, когда мы смотрели ваши передачи, мы всегда в хорошем смысле завидовали вашим участникам. Чудеса случаются. Спасибо вам огромное за то, что вы посетили и нас. По-моему, это большая радость, что к вам пришел идеальный ремонт. Я уверена, что все будет хорошо. Зная твой вкус, скорее всего, будет что-то такое пастельно-нежно-бежевое, очень уютное, с очагом обязательно, потому что ты женщина-огонь. Мы начинаем ремонт. Площадь гостиной и кухни 50 квадратных метров. Мы хотим поручить проект архитектору Дмитрию Просолову. Зрителям нашей программы наверняка запомнилась его беседка на даче Димы Билана. А также гостиная в доме Виктора Васильева и Анны Снаткиной. Ай, ущипни меня! Итак, отправляемся в архитектурное бюро. Дмитрий, что мы можем сделать из этого пространства квадратной гостиной и смежной с ней тоже почти квадратной кухни? Мы уже имеем дымоход с камином, который находится здесь. Вот, поэтому мы его переносить уже не сможем. Нет, не будем. Я вот расположил таким образом, что камин у нас остается таким отдельным элементом, а телевизор, он находится вот в этой зоне. Можно его смотреть как за столом, так и с диванчиком. Угу. Вот. Но при этом пространство кухни и гостиной, оно связано порталом. Таким вот порталом уютным, с элементами дерева, которое, ну, тоже перекликается у нас в интерьере. И будет и остров тоже этим материалом отделан, и вытяжка. Знаешь что, я тебя вот о чем прошу подумать. О двух вещах. Как нам сделать камин, чтобы он перестал быть тяжелым, мраморным и пафосным. Ну, да, да, да. И посмотри, пожалуйста, как вообще можно обыграть всю вот эту, всеми этими элементами. Пространство должно быть единым. Начинаем демонтаж. На этом этапе работ немного, ведь это совсем новый дом недалеко от престижной Рублевки. Татьяна Лютаева купила его несколько месяцев назад, и это первая собственная недвижимость в ее жизни. Дом полностью отделан, но стиль Татьяне не нравится. Мраморный пол мы сохраним, поэтому тщательно его закрываем, а вот портал камина демонтируем. Обои нам тоже не подходят, их мы снимаем. Пока идет демонтаж, Наташа Барбье отправляется в путешествие. Программа «Идеальный ремонт» в Милане. Мы расскажем вам о новинках знаменитой дизайнерской выставки «Салоне Дель Мобиле». С 1998 года «Салоне Дель Мобиле» предоставляет свои площадки не только маститам, но и начинающим дизайнерам со всего мира. Их отдельный конкурс называется «Салоне Сателлит». На наш взгляд, это самая интересная часть миланской выставки. Приятно, что участниками «Салона Сателлита» в этом году, точнее участницами, стали и наши соотечественницы. Вот, например, молодой дизайнер Алиса Минкина. Алиса, вы же что-то придумали из бамбука, как я понимаю. Расскажите, пожалуйста. Да, это бамбуковый шпон. Он нарезан полосочками, склеен и скручен в один рулон. И из него потом можно формовать предметы. Это может быть лампа, стол или стул, то есть что угодно, даже рамочка для зеркала. А как это происходит? Берется вот полосочка шпона? Берется полосочка шпона и начинает скручиваться в рулон. И делается того размера, который нужно для предмета. Отборочным туром для участников из России, стран СНГ и Балтии является ежегодная московская выставка и «Салони Worldwide». В этом году она пройдет в октябре, и ее победители отправятся в Милан. Как, например, Екатерина Любимова, чьи столы получили второе место на прошлогодней выставке в Москве, а в этом году уже удивляют на миланском салоне. Я брала отдельные доски, они фуговались, фрезеровались, это было очень мучительно, но за счет именно вот ширины вот этой доски мы видим интересную текстуру дерева. Для стола Гоми брался мебельный щит высотой 40 мм и углублялась на 30 мм вглубь. В этом столе абсолютно такая же глубина, но за счет контррельефа видение столешницы совершенно по-другому. То есть тут мы видим как горы, здесь немножко какие-то углубления, низменности.
Это столы, которые, по-моему, придуманы Катей для компьютерных гениев, вот которые сидят, и у них нужно, чтобы у них был цветочек рядом с компьютером и лейка, чтобы все полить. И я думаю, что за этими предметами будущее, как и за вами, как за дизайнером. Катя, поздравляю. Спасибо вам огромное. Российские дизайнеры сейчас востребованы. Их работы поражают нестандартной логикой и чувством юмора. Вот, например, знаменитая чашка Юла, получившая золотую премию 2015 года. Настя Гаврилова и Рафаэль Кальнулин тоже участники салона «Сателлита» этого года. Расскажите, какие новые продукты вы привезли сюда из Москвы? Это два инновационных продукта. Кружка Юла, которая перемешивает без ложки. И стол-трансформер для работников офиса. А мне кажется, что это прекрасный стол для ребенка, который может заниматься и в комнате. Наверное, он складируется удобно. Вы знаете, очень многие посетители и хотели приобрести этот стол именно для этих целей. Для детей. Кружка работает, потому что у нее есть внутренние ребра выпуклые, которые направляют круг жидкости и перемешивает все. Производится, между прочим, в России. Наташа, я вижу, вам понравилась эта кружка. Мы хотим подарить ее участникам программы «Идеальный ремонт». Прекрасно, большое спасибо. Итак, молодые звезды дизайна для заслуженных звезд, героев программы «Идеальный ремонт». Далее в «Идеальном ремонте». Я считаю, что если у актера есть хоть одна роль, которую он несет через всю жизнь, это дар, это удача. Она и героиня, и характерная. Сегодня мы приехали в гости к Татьяне Лютаевой и Агнии Дитковските. Недавно они купили дом, но его отделка им не нравится. Мы взялись за оформление кухни и гостиной. А Наташа Барбье отправилась на миланский мебельный салон и там с радостью узнала об успехах молодых российских дизайнеров. Мы начинаем отделочные работы. Для стен архитектор придумал нестандартное решение. Мы обклеиваем их прямоугольниками из влагостойкого гипсокартона, оставляя небольшие промежутки. Потолок опускаем. Здесь будут узкие ниши для светильников. Конечно, главное в этом проекте – выдержать современный стиль. Ведь дом был уже отремонтирован, и хозяйки взялись за переделку только потому, что прежний интерьер показался им слишком помпезным. Интересно, что предложит архитектор. Мы добавили такие вот уютные, приятные ковры, в том числе и рядом с барным островом. И, в принципе, таким большим ковром покрыли всю гостиную комнату. Да-да, это смягчит вот эту вот такую жесткую аскетичность черного мрамора. Это будет хорошо, да. Затем есть такое интересное предложение из листов гипсокартона сделать такую клеточку, чтобы был небольшой такой объем на стенах. Такую фальш-стену из гипсокартона, которая разбита на правильные сегменты, квадраты или прямоугольники и покрашена. Да. Так, ты будешь делать светильники Дмитрия Логинова. Это наш замечательный дизайнер, который уже сделал столько прекрасных светильников, уже стал дизайнером года в Нью-Йорке в прошлом году. В общем, можно сказать, наша индустриально-промышленная дизайнерская гордость. Дим, мне тут многие элементы понятны, но вот не совсем понятны вот здесь, вот в дереве камин. Да, камин в дереве, но единственное, сейчас вот есть несколько тоже вариантов, которые бы я хотел предложить. Попробовать, может быть, портал сделать чуть-чуть меньше и здесь добавить немножко какого-то зеркального элемента, чтобы тоже вот придать глубины гостиной. Вообще существует столько вариантов, как оформить камин, какой может быть портал из камня, из дерева, украшенный изразцами, плиткой. Знаете, чтобы во всем этом разобраться, зайдите на сайт aremont.tv. Мы предложим вам много вариантов решений. Мы продолжаем ремонт. Покрываем стены декоративной штукатуркой с эффектом шелка. Перламутровые переливы создают на монохромной поверхности мягкую бархатистую структуру. Начинается сборка кухни. Она изготовлена по индивидуальному заказу на российской фабрике, которая находится в Волгодонске. Фасады и корпус из МДФ покрыты эмалью с двух сторон. В последнее время производители уделяют особое внимание внутренней начинке кухонных гарнитуров. Вместо полок используются выдвижные ящики на качественных бесшовных направляющих. На этой кухне есть даже электрические механизмы. Благодаря им полки выдвигаются сами. Мы выбрали также системы плавного закрывания, доводчики. Особое внимание следует уделить угловым шкафам. Для них предусмотрены специальные системы, которые позволяют задействовать все пространство. Заказали мы и кухонный остров. Он тоже с ящиками и корзинами для посуды. А Татьяна Лютаева сейчас в театре эстрады готовится к спектаклю.
Татьяна, можно? Да, заходите. Неожиданно немножко, но я подумала, как здорово будет навестить вас как раз. Вот вам же скоро выходить на сцену, вы уже готовы? Почти. Расскажите, что за спектакль? Спектакль называется «Свободная любовь». Играет Дарья Феклиенко, Дима Дюжев, Сергей Никоненко. Да, послушайте, вот какой состав у вас прекрасный. Да, совершенно. Я не так давно ввелась в этот спектакль. Они вообще играют его уже 10 лет. Пьеса потрясающая. Доня! Какое счастье, что ты не видишь, как ты здесь живешь! Ну, ты счастье, что здесь, а не с тобой. Доня, я потрясена. Ведь в этой ванной комнате даже нет ванны. Ванна здесь, под столом. С детства мой любимый, один из любимых фильмов, это «Гардебарин». Счастье? По-моему, эти бумаги приносят всем одно только горе. Что ты сделала? И однажды мы с ней познакомились на кинофестивале «Кинотавр», где я не смог удержаться, признался в этой любви зрителя к ее героине. Ну, а впоследствии гениальным жизненным случаем так сложилось, что мы вместе стали играть в спектакль, и это сплошное счастье. Мама! Дони, я рада, что застала тебя. Чего мы познакомимся? Это моя мама. Твоя мама? Она удивительный партнер, очень тонкий, и в то же время она и героиня, и характерная. Стоит только назвать вашу фамилию, или когда кто-то видит ваше лицо, все сразу вспоминают роль в «Гардемаринах». Вам это немножко не обидно, что так бывает, нет? Нет, я уже много раз говорила, что это для меня большая честь. Я считаю, что если у актера есть хоть одна роль, которую он несет через всю жизнь, это дар, это удача. Тебе хорошо, ты святая. А я молодая, из плоти и крови. Я жить хочу. Ремонт продолжается. Стена у камина будет украшена зеркальным панно. Мы заказали его на российской фабрике, которая занимается созданием зеркальных и стеклянных конструкций с 2003 года. Правда, сами зеркала бельгийские, толщина 6 мм. Они с 15-мм фацетом сведены в единый рисунок. Швы между плитками оформлены керамическими бордюрами и карандашами. Кухонная столешница из искусственного камня. Она влагостойкая, не боится высоких температур и царапин. Очень важно, что нет швов. Производитель предлагает 164 варианта дизайна. Есть даже камень, светящийся в темноте. Для кухни мы выбрали двухламповые накладные поворотные светильники. Цвет плафонов – черный хром. Они металлические, сделаны в Италии. По замыслу архитектора светильники утоплены в нише из гипсокартона. Она покрашена в черный цвет английской краской. Портал камина мы решили заменить, прежний был классическим. А Татьяна Лютаева такой стиль не любит. Мы выбрали керамогранит из коллекции 2016 года. Плитка имитирует деревянные панели. Основные элементы 30 на 60 сантиметров. Из этой же коллекции керамические плинтусы и багеты. К сожалению, в этом проекте мы столкнулись и с серьезными проблемами. Электрика оказалась некачественной. Провод проложен даже за камином, что строжайше запрещено. Нам пришлось все заменить. Заодно мы решили проконсультироваться у специалиста. Бывают случаи, когда экономия, происходит что-то непонятное и таинственное. Как будто бы кто-то подключился к сети в твоей квартире. Энергии просто утекают. Вообще существует ли такая форма мошенничества? Мне кажется, существует. Конечно. И даже порой сам собственник не знает об этом, что к нему подключилось. А он просто вызывает электрика, чтобы подключил ему стиральную машинку, к примеру. Он подключает, стиральная машинка работает, вроде бы все работает, все прекрасно, но работает мимо счетчика. Приходит инспектор и накладывает административное правонарушение и штраф. Владелец об этом может и не знать. Поэтому простой совет. Конечно же, отдавайте предпочтение качественным специалистам, грамотным специалистам, которые могут и правильно, и рассчитать. Особенно тогда, когда речь идет об электрификации. Конечно. Всей квартиры, да, да. И подключении бытовых приборов. Конечно. Это и пожарная безопасность, и электробезопасность в том числе. Агния Дитковскити попросила нас заменить кованое ограждение лестницы. Оно было опасным для ее маленького сына Федора. Мы устанавливаем цельностеклянное ограждение с точечным крепежом. Крепеж из нержавеющей стали, круглый, диаметр 60 мм. Сами панели ламинированы. Это триплекс из двух закаленных стекол, каждая толщиной 10 мм. Распределение нагрузки на один погонный метр составляет 300 кг. Производитель предлагает также металлические или деревянные поручни, но в этом проекте дизайнер от них отказался.
А Татьяна Лютаева отправилась в благотворительный фонд, входящий в Национальный антинаркотический союз. Об этой ассоциации некоммерческих организаций Татьяна и Агния случайно узнали несколько лет назад. И сейчас они вместе с Арменом Джигарханяном, Верой Брежневой, Игорем Крутым и многими другими звездами входят в попечительский совет. Татьяна и Агния проводят здесь регулярные встречи в группах реабилитации. Очень много семей уже у наших ребят. Много здоровых деток рожденных. В общем, мы с Агнией в этом смысле нашли себя. У нас есть подопечные, мы следим за ними, чтобы они не сорвались. Находясь там, рядом с ребятами, мы как будто сами очищаемся. Хоть это не является нашей проблемой. Ребята, которые попали в такую ситуацию, вы сами сейчас увидите, насколько они чисты, дошедшие до ада люди и желающие жить. Ну, вы знаете, она вообще удивительный человек, Татьяна, потому что она удивительной щедрости человек. И работать с ней всегда приятно. Она тонкая, она глубокая актриса. И у меня ощущение, что она набирает и набирает и красоты невероятной, и таланта. Я верю в конкретного человека. А это значительно больше, чем абстрактное человечество. Меня зовут Никита. На сегодняшний день 11 лет я не употребляю наркотики. Ни одного дня я не пожалел, что сделал этот выбор. Меня зовут Максим. Я также наркозависимый. Сейчас нахожусь в трезвости 6 лет. Проупотреблял с 16 лет до 28 наркотики. Меня зовут Альберт. Мне 17 лет. И употребляю наркотики с 9 лет. Да, не старше, да. Просто старше в школе? Нет, но мне просто интересно было. Они пошли на... Я решил пойти за ними. А потом, приехал Макс, забрал меня, отвез на центр. А, Жень, сколько ты в трезвости? 9 лет трезвый, город Курском. Нет, просто к тому, что я с Женей познакомилась, когда он был 2 года. Вот Женя был в трезвости, когда мы познакомились. Я очень, ребята, рада, что мы сегодня увиделись. Знаете, что мы молимся за всех вас. И очень верим в то, что у вас хватит сил с Божьей помощью и с нашей выкарабкаться и прожить уже свою настоящую жизнь, которую вы достойны. За последние годы здесь помогли тысячам людей. Более 2000 считаются полностью излечившимися, в том числе благодаря Татьяне и Агнии. Красота действительно спасет мир. Сегодня мы приехали в гости к Татьяне Лютаевой и Агнии Дитковските. Недавно они купили дом и попросили нас оформить гостиную с кухней. Оказалось, что знаменитые актрисы не любят классический стиль. А еще мечтают о кухонном острове и безопасной лестнице. Портал камина мы заменили, а стены украсили перламутровыми панелями и зеркальным панно. Работы в доме Татьяны Лютаевой и Агнии Дитковските продолжаются. Для гостиной мы выбрали римские шторы с элементами австрийского стиля. Они из крепа. Это легкая шелковая ткань, воздушная, матовая, с шероховатой поверхностью она почти не мнется и хорошо драпируется. Роторно-цепочный механизм немецкий. Еще одни портьеры двусторонние, прямые. Они шиты из ракошки и шинила. Говоря о хозяйках этого дома, мы часто повторяем, что они очень красивы. Но это на самом деле так. Впрочем, за своей природной красотой мать и дочь ухаживают. Ведь внешность – важная составляющая их профессии. И сейчас Татьяна и Агния приехали в швейцарский салон красоты. Добрый день. Привет. Здравствуйте. Рада вас приветствовать. Проходите, пожалуйста, в кабинет. Спасибо. Татьяна, действительно, она очень красивая женщина, очень красивая мать. То, как она опекает Агнию, это же видно невооруженным глазом. Мне кажется, даже слишком большая опека. Потому что надо... На каком-то этапе Танюша детей отпускать уже, Агния уже взрослая. Мы будем сегодня делать кислородонасыщение. Это процедура выхода, это спа-уход, спа-чистка, питание, насыщение. Я не очень люблю эти все уколы и так далее. Агния, я вам посоветую массаж миоструктурный. Он очень хорошо подходит как для молодой, так и для более возрастной кожи. Он расслабляет. А у меня какая молодая или более возрастная? У вас молодая кожа, да. Мне очень нравится, очень приятно. И вот кристаллики, это что такое? Это алюминий, кристаллы алюминия. Они не аллергенные.
и у них очень мелкие частицы, соответственно, абразивность очень легкая получается. А посредством вакуума мы можем как раз-то и делать, да, более сильную такую вот микрошлифовку или очень легкую для снятия просто роговевших клеточек. Наши дети выросли вместе. Я помню Доминика, когда он еще был совсем маленьким мальчиком. Мы вместе ездили отдыхать, мы вместе работали, мы вместе переживали какие-то радости и невзгоды в нашей жизни. Очень близкие подруги, и нельзя сказать, что таких подруг должно быть много. Их должно быть немного, но если у человека есть такой друг, как у меня, Таня, то это счастливый человек. Мраморные полы в доме мы не меняли, но их суровость решили смягчить проверенным способом. Этот ковер изготовлен по индивидуальному проекту в российской мастерской, которая специализируется на авторских коврах. Его основа шерстяная, но верхняя нить имеет тефлоновое покрытие, поэтому ковер можно класть даже в обеденной или кухонной зоне. Он не боится никаких пятен. Модель этого дивана является победителем национального конкурса промышленного дизайна «Российская кабриоль». И не случайно. Диван модульный. Так что можно создавать более 30 вариантов мебели. Спальное место длиной 215 сантиметров. Матрас ортопедический на базе независимых пружинных блоков. Подушки-спинки снабжены специальными застежками и трансформируются в матрасы-татами. Подлокотники с деревянными столешницами. С ними перекликаются полки ручной работы из массива горного карагача. Камин рабочий, так что мы позаботились о дровах, а также поставили дровницу и каминный набор. В этой части гостиной появилось и уникальное кресло. Модель была разработана еще в 1927 году. Она отмечена дизайнерскими наградами и до сих пор очень популярна. Ведь это кресло не только красивое, но и удобное. Посмотрите, какой современной кажется модель. А ведь ей почти 100 лет. Каминная полка выполнена из цельного спила горного карагача. Это дерево – разновидность вяза. Слэп обработан маслом и отполирован вручную. Украсит полку подсвечники и, конечно, фотографии хозяек дома. В этом проекте мы использовали много работ российских дизайнеров. Вот еще одна. Светильник придуман Дмитрием Логиновым. Дмитрий очень популярен на Западе. Он сотрудничает с крупнейшими фирмами мира. Эти матрешки созданы им для знаменитого итальянского бренда. В качестве журнального столика мы взяли металлический сундук длиной 60 сантиметров. У него два ящика. Сундук прекрасно подходит и для спальни. В нем можно хранить постельное белье. Но главное, он придает шарм любому помещению. Эти чашки, тоже придуманные российскими дизайнерами, сами перемешивают чай и сахар. В 2015 году модель получила золотую медаль на выставке дизайна в Милане. Обратите внимание, как интересно смотрится стена. А ведь решение было очень простым. Мы оформили ее прямоугольниками из гипсокартона, который потом покрыли шелковой штукатуркой. Наташа Барбье приехала в студию звукозаписи, чтобы познакомиться с еще одним секретным талантом Агнии Дидкабскити. Я и мое одиночество. Делить небо напополам было слишком. Здравствуйте. Здравствуйте, Наташа. Я не мешаю? Нет, нет, не мешаете. Что вы тут делаете? Записываем новую песню Агнии, работаем над новым материалом. А вы звукорежиссер или? Я музыкальный продюсер Агнии и также звукорежиссер. Здорово. Это будет диск? Да, это будет альбом. Я должна у нее все расспросить. Мне можно будет потом зайти? Конечно, конечно, в любое время, да. Агния. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Слушайте, я в восторге. Я даже не ожидала, как вы успеваете все, и вы, и мама. Оказывается, вы диск записываете. Вы знаете, чем у человека меньше времени, тем его больше. Ну, хорошо, а скажите мне, пожалуйста, как вы в ожидании ремонта? Волнуетесь? Да не то слово, мы тут обсуждаем с мамой дома, созваниваемся. Ну, а как ты думаешь, ну что там, а какой цвет, а какой... У нас постоянно фантазия не прекращается по этому поводу. Успеха, удачи, не буду мешать. Я понимаю, что это очень ответственно. Мы там проконтролируем ремонт, а вы вот не верь,
и делите небо пополам. Это очень красиво все. Мы вместе с ней танцевали на одном проекте, и Агния меня поражала не только тем, как она разговаривает про танцы или про весь процесс, но также, как Агния может выражать свои мысли относительно жизни, относительно взаимоотношений, там, может быть, с друзьями. В целом, про Агнию я могу сказать, что это очень светлый, очень легкий, очень эмоциональный человек. То, что у актрисы Агнии Дитковските много талантов, зрители узнали еще в 2010 году, когда она приняла участие в проекте Первого канала «Лед и пламень». В 2015 вместе с танцором Евгением Раевым она снова покорила публику на танцевальном конкурсе. В общем, красота – это страшная сила. Талантливый человек талантлив во всем. Ты прекрасная актриса. А сейчас я еще узнала, что ты пишешь свой альбом. Я тебя поздравляю. Ты делаешь очень смелые шаги, и это здорово. И еще один смелый шаг вы сделали вместе с мамой. Вы сделали ремонт, и это здорово. Пережить ремонт, по-моему, это все. После этого ничего не страшно. Пускай в вашем уютном доме будет вам тепло, хорошо, комфортно. А это самое главное. А мы начинаем декорирование. Вот уникальный сервиз, подарок из Санкт-Петербурга. Он был разработан на фарфоровом заводе совместно с художником и режиссером-мультипликатором Юрием Нарштейном. Коллекция называется «Ёжик в тумане». Создавалась она 2 года. Один из величайших мультипликаторов современности теперь гордится, что его ежик пошел в поход по чашкам, блюдцам и тарелкам. Все новые сковородки и кастрюли с керамическим покрытием. Оно позволяет готовить без масла. Мойка «Гранит». Ее глубина 20 сантиметров. Особенностью мойки является особое антибактериальное покрытие с содержанием серебра. Смеситель с выдвижным шлангом и керамическим картриджем. Посудомоечная машина итальянская. Она на 14 комплектов посуды. Есть 8 режимов работы, дополнительная сушка и функция «Аквастоп». Минимальный уровень шума и низкий расход воды. Варочная панель газовая. У нее чугунные решетки, есть функция электроподжига и газ-контроля. Бесшумная вытяжка из нержавеющей стали. Она с электронным управлением. Стеклянная дверца духового шкафа не нагревается. Так мы позаботились о маленьком Федоре, внуке Татьяны Лютаевой. Кроме того, внутренние дверцы имеют запатентованную систему, позволяющую легко снять стекло, чтобы его помыть. Дисплей с сенсорным управлением. Из этой же коллекции многофункциональная микроволновая печь с грилем. Электроустановочное изделие серии ADAS от Schneider Electric – это элегантный внешний вид, интересный дизайн и приятные тактильные ощущения. Настенные часы из кованого железа в античном стиле. У них надежный кварцевый механизм. Корпус искусственно состарен, внешнее кольцо в цвете античное золото. Часовые деления в форме бриллиантов. По просьбе Татьяны Лютаевой мы установили на кухне остров. Для торжественного чаепития все готово. Скульптурный ковер сделан на заказ в российской мастерской. Это авторская работа из американского материала нового поколения. Ковровое полотно собрано по эскизу Дмитрия Просолова. Барные стулья выполнены из массива дуба и натуральной кожи. Их высота 114 сантиметров. Светильники над островом архитектор Дмитрий Просолов сделал сам из обычных деревянных ведер и хрусталя. Далее в идеальном ремонте. Ой, вау! Учитывая ваши вкусы, здесь нет никакого декора. Мне очень нравится, что все перекликается. Наверное, скорее бы хотелось уже приехать в гости. Сегодня мы оформляем кухню и гостиную в новом доме Татьяны Лютаевой и Агнии Дитковските. Они любят современный стиль, а также мечтают о кухонном острове и безопасной лестнице, ведь в доме есть маленький ребенок, сын Агнии Федор. Работы в гостиной заканчиваются. Это зеркало на самом деле телевизор диагональю 48 дюймов. Он выполнен из высокопрочного материала и не боится пыли и влаги. Есть встроенный медиаплеер и подключение к Wi-Fi и интернету. Использована LED-видеоматрица. Телевизор российского производства. Полка ручной работы из цельного слэба. На ней очень интересно смотрится стеклянная конфетница на ножке. Обеденный стол тоже выполнен из цельного спила горного вяза. Он вручную отполирован и покрыт натуральным маслом. Стулья из массива бука. Их сиденья и спинки мягкие. Цветы искусственные, но очень качественные. Их можно назвать ботаническими копиями. Столовые салфетки в винтажном французском стиле. Они из 100% хлопка. Модель вазы для цветов называется «Бамбук». Мы постарались создать сдержанный современный интерьер.
Здесь много интересных решений. Например, панели из гипсокартона, зеркальное панно, кухонный фартук из латуни, а также черная ниша по периметру потолка. Украшением проекта стали авторские работы. Очень приятно, что эти удивительные вещи созданы молодыми российскими дизайнерами. Ремонт завершен. Ой, ой. Вы не одни. Мы не одни. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите, проходите. Можно вместо кошки? Это кто? Иван. Иван. Ну, добро пожаловать, Иван. Это вам. Спасибо, спасибо. Девочки, ну что ж вы так просто застыли? Пожалуйста. Нет, шоки просто. Наташа, я не понимаю вообще, с чего начать. Мы сразу поняли, что вы хотите современный интерьер, тем более, что вы четко сказали ни одного элемента классики. Главный световой герой в этом интерьере – это замечательные светильники, придуманные нашим российским дизайнером Дмитрием Логиновым. Они похожи на матрешек, да? Да, они так и сделаны в стиле матрешек. А стол? Мне стол очень нравится. Мне тоже. Мы попросили замечательную группу российских мастеров, которую руководит Константин Посадский, сделать вам и вот эту столешницу со столом, и столешницу, которая находится вот под той зеркальной панелью, которая, кстати, телевизор, и, кстати, каминную полку тоже. Фантастика. Это очень красиво, и это очень богато выглядит, шикарно, стильно. Я очень рада. Скорее бы хотелось уже приехать в гости, посетить вас в новый прекрасный дом. Ура! Спасибо «Идеальному ремонту» за то, что вы такую красоту навели. Интересен не только сундучок, который он же журнальный столик, но и вот эти вот чашки, которые сделаны российскими дизайнерами, и они сами собой перемешивают сахар. Вам не нужна для этого ложка. Ковер, который был сделан специально для вас, на шерстяном покрытии, но нитка с тефлоновым покрытием сверху. Это очень просто и очень хорошо. Мне нравится. То есть меня не раздражает здесь ничего, а наоборот восхищает. Вот как будто я пришла куда-то, да, в гости к людям с очень хорошим вкусом. Я хотел бы вам пожелать, чтобы все состоялось, все сложилось так, как вам задумывалось, чтобы внуки, внучки, дети детей там росли, это гнездо становилось у вас таким семейным. Дай бог, что все было хорошо. Нет никакого декора. Это простой, очень тонкий фарфор, но сделанный в городе Санкт-Петербурге на одной из старейших российских фарфоров мануфактур. Вот эти цветы в центре стола, ботанические копии элегантных орхидей и кал, и это не настоящие цветы. Это не настоящие цветы, поэтому мы подумали, что вы на съемках. Вы все на съемках, вы все заняты, и эти цветы будут радовать вас всегда. Стол сам по себе прекрасен, я разделяю вашу точку зрения, он мне очень нравится. Но еще и хорошие кожаные стулья, антивандальные, не боятся ничего. Очень удобно, комфортно, и я потрясена, уютно. Агния, мне очень хочется поздравить тебя и твою замечательную маму Татьяну Борисовну. У вас теперь есть идеальный ремонт. Это очень круто. Я вас поздравляю. Вау! Я так понимаю, что кухня производит не меньше впечатления, чем гостиная. Стулья кожаные, барные стулья. Очень удобные. Они американские, потому что все-таки, конечно, в вашем интерьере есть такой современный акцент. Мне очень нравится, что все перекликается. И гостиная вместе с кухней. И нет такого ощущения, что кухня – это кухня. На кухне тоже хочется расслабиться, посидеть. За это спасибо. Давайте расскажу вам про кухню. Ну, во-первых, у вас есть чудесная посудомоечная машина. Здесь достаточное количество приборов, можно помыть и тарелок, то есть так, что вы можете принять гостей, и вообще в быту вам это будет удобно. Прекрасная раковина, антимикробное покрытие, она не подвергается ничему на свете, ничему опасному. Меня потрясла сейчас, я еще должна буду ее потом потрогать и опробовать, вот эта стильная раковина, не все, конечно. Все потрясения. Танюша, дорогая моя бесценная птица моя, я тебя поздравляю, что наконец появился свой дом. И я просто от всей души за тебя рада и счастлива. Поскольку вы семья, которая любит чистоту, порядок и аккуратность, система хранения, куда можно спрятать все кастрюли, сковородки, очень удобная вся фурнитура, вот так вот закрыли, и никто не видит того, что не нужно видеть. И есть полка с электродоводчиком. Просто когда работаешь, и уже некогда ничего открывать, так раз нажал, и все необходимое, ложки, все столовые приборы, все сюда и назад, сам довел. У вас есть прекрасная многоконфорочная газовая панель. Очень удобно посередине, да? Да. Конечно, плита,
фантастика. Раз вы любите газ и открытое пламя, то здесь будет очень удобно это делать, тем более у вас замечательная вытяжка мощная. У вас есть духовой шкаф с разными режимами, который очень легко управляется сенсорно, просто касанием пальца. Вся техника, которая есть, это техника швейцарской компании. Мы подумали, что это швейцарское качество, такое, знаете, скромное, элегантное, как швейцарские часы, незаметно, но дорого и очень удобно. Спасибо. Вам огромное спасибо, что вы нас услышали. И поняли, и все сделали так, и даже больше, чем мы мечтали. Вы даже еще не знаете до конца, что мы сделали. Для вашего Феди есть сюрприз. Пойдемте, покажу. Все? Что еще? Это же для маленького Федора. Это триплекс. То есть это тройное стекло с тонированием внутри. Оно невероятной прочности, потому что вот такие стекла, сделанные у нас в России по итальянской технологии, их используют для разного рода военной техники. То есть ничем не разобьете, никоим образом не поранитесь. Ну, и знаете, как говорят в анекдоте, во-первых, это просто красиво. Просто красиво. Удивительно. И видно, и не видно, и так очень деликатно, на самом деле. Вы осуществили лично мою мечту. Если честно, безумно рада за свою маму. И потому что мне очень важно... Я поэтому такие вещи боюсь говорить, потому что вот слезы у нее и у меня. Мы очень любим сесть на кухне и поплакать, пониматься, попеть песни. Я думаю, что сейчас вы просто сделали все, и вся ваша команда сделали все для того, чтобы мы сидели и благополучно обсуждали бы, как прошел наш день, или просто рассказывали бы, делились какими-нибудь секретами. Я очень рад в первую очередь за свою маму, ну и за всех нас, вот, что осуществилась ее мечта. Поцелуй маму. Спасибо Первому каналу за то, что подарили нам такой невероятный подарок в виде идеального ремонта. У меня пока нет слов. Пока я должна все осознать и привыкнуть и свыкнуться с тем, что у нас такой потрясающий ремонт. Я с огромным удовольствием буду приезжать домой, и Федечка, сыночек мой, будет очень радоваться, я думаю, практически каждой детали в этом интерьере. Спасибо вам. Мне кажется, героини этой программы потеряли дар речи, когда увидели наш ремонт. Впрочем, я не удивляюсь, ремонт ведь идеальный. А на следующей неделе мы пойдем в гости к тем звездам, которым мы уже сделали интерьер. Давайте посмотрим, как они живут. Идеальный ремонт идет в гости. Как мы здесь живем, посмотрите, ничего мы здесь не нарушили. И снова здравствуйте. Ну вот, Наташа, вот это мое лежбище котиков. Что случилось с диваном Натальи Селезневой? Дети стали прыгать, он развалился. Какой сюрприз мы подготовили для Зои Зелинской. Ой, что это за чудо такое? Смотрите через неделю.